Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова видео на проекте Мазин Хрилиплей. Сегодня будет такое необычное видео, потому что сегодня я вам покажу, сколько можно заработать на работе дальнобойщика за час на максимальном скилле. Максимальный скилл на дальнобойщика — это 100-й скилл, который я как бы недавно вкачал. И я хочу поработать час и посмотреть, сколько я заработаю денег и сколько я сделаю рейсов за час. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте 200 лайков, и выходит новая серия по Амазингу. Также не забывайте вводить мой промокод. Код пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5-м уровне получите 50 тысяч, на 10-м уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Хрилиплей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Все, пацаны, я уже взял свою магну, теперь нужно положить деньги в банк, чтобы мы точно знали, сколько я заработаю. Также нужно поменять мне в настройках, чтобы я катал от себя. Время сейчас у нас получается 11.42, давайте я вам точно покажу. Вот, 11.41, ну почти 11.42. Так, давайте берем первый рейс и, в принципе, начинаем наш эксперимент, так сказать. Так, первый рейс у нас будет Арзамас 1, давайте возьмем. Все, пацаны, начало есть. Я не буду вам показывать, как бы, полный рейс, я буду показывать вам рейс, когда я буду уже привозить и писать, в принципе, на экране какой-то рейс. Первый, второй, третий там и так далее. Поэтому, пацаны, если вы еще лайк не поставили, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Thank you.
Ну что ж, вот я и поработал, в принципе, час на дальнобойщиках. Я думал, я заработаю чуть побольше, но мой минус в том, что я взял маленький рейс изначально. Я сделал два маленьких рейса, получается, 40-го скилла, там, по-моему, еще какого-то скилла, а потом уже начал брать большие, 90-го скилла, 95-го, 98-го. Если бы я изначально взял бы там 90-й скилл, то я заработал бы тысяч, наверное, 700. Ну а так, я немножко тупанул и взял маленький рейс на Анашане. Но я же не знал, что там такие рейсы, поэтому, я думаю, и так нормально. Я считаю, что ночью вообще можно за час как бы лям заработать, потому что, ну, ночью как бы людей мало, рейсов сотового скилла очень много, я по себе знаю, потому что я недавно ночью работал, и там очень было много рейсов сотового скилла, и я просто бабочки рубил даже очень неплохо, поэтому ночью можно заработать спокойно, кажется, лям, потому что и на красный можно ездить, и людей мало, и контрактов много, и приехал, взял и уехал, а не нужно ждать, пока там кто-то возьмет, потом ты возьмешь там и так далее. Заработал я 556 тысяч 155 рублей, я даже не заправлял фуру, поэтому, пацаны, это чистая прибыль, потому что в фуре у меня как бы бензин остался там 30%, по-моему. Поэтому, пацаны, вот такая вот чистая прибыль, сказал я, блядь, чё с машиной, блядь, алё. Ты куда, блядь, собралась улететь? Короче, что я хотел сказать? То, что я сделал где-то примерно 12-15 рейсов за час. Это довольно-таки неплохо. Но ночью, я говорю, можно заработать намного больше. За час можно заработать там от 500 до 700 тысяч днем. Ночью можно заработать, мне кажется, даже от миллиона. Поэтому, пацаны, делайте выводы сами. Я вам показал, в принципе, как я работаю. Но, повторюсь, косяк в том, что я на Нашане взял маленький рейс. И потом еще в Арзамасе взял маленький рейс. В этом, да, есть мой косячок. Ну, при прибавим те же 100 тысяч, в принципе, и получается у нас 650 тысяч, короче. Ну, как я говорил, от 500 до 700 тысяч вы можете заработать, в принципе, за час на максимальном скилле дальнобойщика. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить мой промокод, он будет в описании. Также можете подписаться на мой инстаграм, потому что там выходят постоянно сторисы, фоточки, видео там и так далее. Также не забывайте, что если вы набираете 200 лайков, выходит новая серия по Амазингу. Все, всем пока-пока.